Итак, сегодня хочу установить и поговорить о системе SRAM NX стандарта GXP на пауке BCD94. Самая доступная, она самая дешевая, ну или одна из самых дешевых, по крайней мере. Стоит она недорого, бюджетно. Особенности. Это плюсы и минусы. Это вал. Идет 24, с одной стороны, заканчивается на 22. То есть каретка также стандарта 24 и 22 сантиметра. То есть не каждому подойдет, потому что в основном ходовые каретки это 24 с одной стороны, 24 с другой чашки. Почему такое сделали с RAM, я не нашел ответа в интернете. Может, возможно, из-за того, чтобы Q-фактор был маленький. С расстояния от одного штана до другого. Здесь примерно гиперия. Оно минимальное идет. У него 170 миллиметров. Это очень как бы мало. Ну, не самое маленькое, конечно, но для такой рамы, где широкие зазоры, можно широкие колеса там до 2,8 поставить дюйма, это как бы отличный фактор. Вот. Другую систему, которую я заказал на смену от RaceFace, у нее Q-фактор идет 177 уже. То есть здесь Q-фактор маленький, ну и сам вал обычно идет 136-137 длины, если отсюда мерить. А здесь он идет 134. Ну, подходит под каретки стандарта 68-73. Данная каретка 73. Минус это в том, что каретка такая стоит как бы недешево, дороже, чем обычные стандартные каретки. Шимановские или рейсфейсовские стандарты Halotec 2 стоит это дороже. Проблема в том, что многие писали, как зарубежные, так и в России на форумах. Проблема у этих кареток, что они быстро изнашиваются. Вообще у SRAM кареток такая проблема. Но у данной каретки я понимаю, почему. Сальник у нее, то есть защита со стороны, где 22 миллиметра. Вот она. Она вот просто снимается. И поэтому сюда, то есть у меня еще новая каретка, сюда быстро попадает песок, грязь, влага и так далее. И подшипники изнашиваются, забиваются. То есть обычно у кареток идет 24, которых стандарт, шимановских, идет просто вот сальник, он несъемный. Не, его можно вытащить, но вот так вот просто его нельзя. То есть у него нет каких-то тут зазоров, щелей и так далее, что вот так просто не снимешь его. Можно купить каретку такую на AliExpress или шимановскую поставить, и у нее есть проставочное кольцо, то есть 24 диаметра здесь тоже поставить. Есть проставочное кольцо, такое вот алюминиевое, но это на AliExpress его можно отдельно заказать, или у меня просто с кареткой шло, с AliExpress заказывал китайскую каретку. Вот оно так насаживается свободно. И вот у вас уже 24 под 24. То есть сначала вставляете вал, потом кольцо. Нет, не так. Потом кольцо вот так вот. И дальше шатун. Все, оно в каретку плотно входит, в чашку. Все. Вот такое вот проставочное. В принципе, пойдет, если у вас шимановская Halotec 2 каретка. Каретки, в отличие от шимановских, 11 миллиметров. Что здесь, у шимановских она 10 миллиметров. Итак, устанавливаем. Берем этот сальник, который вот так вот насаживается на шлицы. В общем, вставляем, главное тут. Главное, болт, чтобы зацепился за резьбу.
все. Также просто его выкручивать. Вот эта контргайка действует как выжимка. То есть болт выкручивается, упирается в шатун и его выталкивает. То есть теперь не нужна выжимка. Вот и все. То есть вот эта вот гайка, вот, действует как выжимка. Если болт вытащить, если вот он на шатуне, допустим, его не снять, если он плотно. А раньше как приходилось, когда вот этой контргайки не было, вкручивать выжимку и ключом ворачивать, выталкивать шатун. А сейчас придумали просто гайку. Вкручивать туда вот эту контргайку и все. Все гениальное просто. Сколько лет потребовалось эволюции, чтобы додуматься до такой контргайки, которая подойдет как бы в старые шатуны, где просто вот болт, в который вкручивалась выжимка. Только ее нужно найти в продаже.